Все,
Это долго Это мы уже видели. На самом деле, надо будет сейчас обидеть стихи. Во-первых, вы играете команду. Вы зарабатываете очки за особые задачи, которые выдаются во время загрузки в бой. То есть вы не знаете, что какие задачи будут по факту. Как же эти очки выдаются в целом за ваши победы, за фраги и за героические достижения? Каждый день вы получаете за выполнение всего этого особое наказание. Каждый день будет проводиться итог, и будут для каждой команды рекорд лучших игроков, которые сражаются за ту или иную команду. Также интересно, какие игры которые, что вы сможете разным способом сменить команду. И у вас будет выбор. Либо вы меняете команду ради сильные выводы, либо вы откроете сегодня одной команде и с лояльностью будете получать уникальные призы, которые характерны только для этой команды. Основная концепция здесь то, что можно играть по-разному, и в любом случае вы будете помнить все эти штуки. Вы не будете чувствовать себя обиженным, потому что вы смеете команду, которая достаточно сильна. Right, so you need that you can see. And you earn points for special missions, to fuel in special skills. You get the missions with bonus screens, you get the additional points for wins, killing ships, and gain your achievements. You will receive special containers each day. And have a chance to fight with the board placement to get some additional rewards. And one of the features that Mandant has set up in a way that you can either switch teams often and get more immediate rewards, or you can stay loyal to the team and get a unique reward that's perhaps less useful at the moment, but others get a reward and is unique to the team. Oh. Сейчас такое чувство хибики будет. Это вот у меня на заставке кролика будет вот это. Доказы Харагу. Это очень сильный интересный смысл на самом уровне. И его снимками на эмоции. Потому что соответственно, если короче закроется в производстве, нельзя сказать, что я вам сейчас прям сомнил какие-то возможности. Нет, это Ки и Мусаси. Вы правы. Both of the ships are now in out, built and initial balance we have out of, how we can give you some third effects, and how we actually have a look for the third initiative. Соответственно, я буду возникать как заряд. Существует же проект. Это проект на базе Ризу-Титуля, он назывался лучший Ризу-Титуля. Проект на Ризу-Титуля. Предполагается, что его обслуживание будет очень сложно. Аппарат, что он должен в соответствии с корректировкой системы дизайна, и также его программа будет лучше на него. А вот сейчас это уже лежит. Это проект корабля. Это уже придумка. Как бы японцы построили более мощные резурсы, оставаясь их разумных литерах. Из этого слышал проект Рома, это увеличенный непоразмерный резурс, и может быть дополнительная башня для компании. А также интересно, что в области мощные аукции, где установки 5-40 метров, это получается свободный. На самом деле, да, тут главное понять, что цена нужно
находится корабль, протестируем, значит, что мы будем консистентно продолжать тот гейплей, который есть реализован, просто работа на уровне выше. И этот гейплей можно взять вот так. Right, so first off, we've got the Kikaji, who's going to occupy the ninth gear. That's an actual ship that was ordered in 1943 with more missions, canceled in 1944. It's basically an improved Akizuki type, also known as ZMP, based on Project 26, or Both ships will play pretty much like an improved Akizuki, so they will hear the gameplay, and you'll be able to use the Akizuki commander to move on in the tech tree. Дальше такая небольшая, часть техническая, но приятная правда. Достаточно долгое время реактивно сильно остается возможность устанавливать корабльные самолеты на башню главного корабля. На корабле стоит как было в реалии. Поэтому, как и все эти корабли, я уже прошел. So this improvement is mostly tactical, мы, конечно, все уже фотографируемся, но на самом деле проблема в том, что решение, о котором говорили, а именно о изменении механики изменения, пока что не совсем хорошо сработало. То есть проблема, которую мы хотели решить, это избыточный урон, который находится рядом по смитсам. Она заключалась в том, что снаряд прибоин, сверхурный калибр, переходил на розовый кулон и смитс. Естественно, тот, кто вообще был по колонке, там из-за большого ума, из-за того, что у нас для разведения используется броня эффективная сейчас, а не именная, но сгодился и имелся шанс оторваться внутри эсминца. При этом, если мы будем снять один угодно, то, учитывая его альфон, эсминца это было очень полезно. Мы протестировали прототип, в котором все снаряды заводятся теперь только опытными на броню, и проблема решилась. Но, к сожалению, автоматические тесты показали, что возникла новая проблема. Например, некоторые легкие крейсеры стали практически неубиваемы. Ситуация тяжелая, крейсеры наоборот, будут получать стадильный нос. Ну, понятно, к сожалению, ваша цепная реакция, и вы поняли, что решать одну проблему с создавать контент нового, это не очень хорошо. Поэтому мы будем работать над новым решением. So the basic problem that we faced with the ballistics, especially pertaining to the instances where we are attacking a destroyer with potential AP shells, is that they were actually armed attacking the veteran armor. Yeah, the issue we're talking about is heavy AP shells arming at volume of the store, and those store and long and side of the store doing massive damage. So yeah, we wanted to solve this problem, which was I think raised to the most European form initially and spread. And we did create a prototype where AP shells are arming only abdominal armor. So in this prototype, in this case, the shell just passed through the destroyer, dealing minimal damage. But the problem is that after testing this, we understood that its launch chain reaction would be imbalanced because, for example, some light cruisers become nearly immortal in many cases. Some heavy cruisers, because of the same rules, again, like different rules for ballistics for different classes, obviously they started to be more vulnerable. So actually, we ended up with screwing up battles more than it was. And we decided to find another solution, so this is why we went, you know. Thank you.
Теперь у нас начинается часть МДА. Я прошу всех выключить камеры. И, пожалуйста, не нервируйте меня. И даже не доводите камеры. Хорошо. Выключаем.